Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Murdered. Или как-то так. Итак, нам надо попасть в психиатрическую больницу, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, это именно туда нам надо. И у нас есть еще новая способность. Это... Опа, перемещаться. Да, господа. Дамы и господа. Теперь мы можем перемещаться. А подождите, а я здесь уже взял. Точно взял. Так. Тогда нам надо... Нам туда надо вообще? Нет, тут я уже все... Даже котом все прошел. Так, а куда мне надо-то? Я помню где-то... Так, призраков-то нету, я тоже что-то хожу так своевольно тут. Так. Пока вроде ничего такого не наблюдается, но... Все может помениться на раз-два. Поменяться. Так. А, минутку. Вот эта тварь мне покоя тоже не дает. Ведь все разгадано, все три штучки собрал, что и надо. Вот. Видите, все собрал. И мне надо только... Блин. Не я, не Кью, не... Но такое чувство, что просто я что-то... Где-то упустил. Тут все рядом. Обожаю этот город. Так. А как же камеры? Ну, как в Англии. Какие тебе камеры? Предварительное заключение. Что тебе не устраивает? Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Нифига. Я так думаю, это, наверное, возможно, какой-то глюк. Потому что собрать я вроде как все собрал. Все собрал, а, блин. Мне вот только с ней поговорить, наверное, надо. Видите? Все собрано. Или что-то у меня где-то невидимое тут. Ну вот я вот даже не знаю. Как? А, подождите, у меня же есть этот. А, кстати, смотрите, что психиатрическая больница-то недалеко, как я вижу. Опа, что-то нашли. А, не знаю ни одного человека, у которого была бы легкая жизнь в подростковом возрасте. Но, разумеется, у Ронана все сложилось еще печальнее. Когда мы разговариваем об этом, он меняется, опускает взгляд, словно не может... посмотреть мне в глаза. Похоже, ему очень стыдно вспоминать школьные годы и проблемы в общении со сверстниками. А мне от этого он еще дороже. Вот так вот. Полюбила хулигана. Ну что ж теперь. Так. Ага. Тут вот перемещаться надо. Так, текущая задача. Так. Даже не знаю, что это такое. Добраться до психбольницы. А, добраться до психбольницы. Это другие. Так. Блин. Вот эти книжки я, да, где-то находил. Они тоже вроде как по городу разбросаны. Так. Это у нас. Ну и хрен с ним. А вот у нас дела какие-то. Завершенные, незавершенные или что это?
Тот, кто хладнокровно меня застрелил, может... Я должен разобраться с ним. Может. Я должен разобраться. Тут, кстати, одна буква на другую похожа. Пипец как. Ну, давай. Вниз. И вообще... По каким... Вот. Если я не закончу свои дела, то могу застрять здесь навсегда. Ну, это я и так знал. Нас об этом предупреждали. Нужно найти ту девочку свидетеля и выяснить, что ей известно. Ну, это мы знаем. А, подождите, а вот это... Это что у нас? Понебратство. Джой хочет, чтобы я нашел ее мать, а она поможет мне выследить звонаря. А почему они так распределены? То, что я все нашел, что ли? Ну, кстати, страшное убийство было. Кошмарно, я бы даже сказал. Так, вот, восстанавливаем. Давай, давай. Заходим. Убираем вот здесь. И туда. Так. Выполнено. Ну, все давай. Мы видели их, стоящих у обочины. Оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. 6 лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана $2 и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», — сказала я и просунула деньги в щель. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее, то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя на центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше. Вот еще одна история, так скажем, была сделана. Так, а у нас история-то... Где она была? Только что смотрели, табличка, дом правосудия. Ну, пока только вот собрано. Так. Не совсем, подождите, не совсем. Звонарь на кладбище. Ну-ка, подожди. А как тебя, блин? Как? Звонарь убил Софию. Ну, это мы знаем. Страшное зрелище, скажу его. И метод его тоже был крайне жесток. Так, а я тут был? О, огонь мне не дает, что ли, да? Выбраться.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, я даже вот хочу еще чего-нибудь найти, но почему-то пока еще ни хрена ничего не удается. Хотя знаю, должно быть. Уж больно она замучена. Игрушка в этом плане. Так, пока демонов не вижу. Никаких бесов не предоставляется. Что ж, давайте заходим. Психиатрическая больница. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Я бы хотел бы территорию. Хотя тому, кто болтает с призраками, посмотреть. Тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Ну давай. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. В России прямо-таки. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Ага. Вот, смотрите, он прямо таки дает прям подсказки, вот, что у него на столе и на мониторе. Давайте сначала изучаем. Так. Часы посещения ограничены. А график посещения здесь строгий. Время в основном для родственников и врачей. Хорошо. Так, это... Ага. Мальчик на костылях. Малыш на костылях, наверное, он дорог дежурный. Так, монитор еще нет. А, вот, подождите, динозавр. Выздоравливай. Ну, кому? Видимо, подарок для больного или травмированного. Хорошо. Перед тем, как вселиться, вот еще. Котик, смотрите, какой симпатичный. Держись. Не могу сказать, что это меня вдохновляет. Но меня, по крайней мере, это нравится. Фотография. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Так. Вот еще одну собрали. Мать Джой полагает, что форма маниакального синдрома, который страдает убийца, гораздо тяжелее всех ранее известных. Ну, не дай бог, у него там 25 личностей сидит. Кстати, я не проверил на призраков. Ладно, пока нормально, пока все в сборе. Обитель скорбных душ находится здесь на исцелении и тех ангелов милосердия, которые приносят им утешение. 1883 год. Блин. Прошу прощения за то, что я так читаю. Но, блин, некоторые буквы вообще похожи, некоторые письмена еще так. Статья из таблоида. Возможно, странная смерть в психиатрической больнице Люкс Альтерла. Аттерпа, неважно. Связана с серией убийств, недавно произошедших в Салеме. Наш источник
подтвердил сообщение о том, что одна пациентка была задушена поясом от халата. Вполне вероятно, что это первое убийство, совершенное в столь охраняемом заведении. Значит, никто нигде не может чувствовать себя в безопасности, сказала напуганная женщина, которая лично общалась со свидетелем. Говорят, что на стене ее палаты всякое нарисовано. Может, и колокол там был. Я уверена, что это был... Что-то сделал он. Ага, значит, еще и на... Это на столе или где у него там нарисовано. О, смотрите. Собрать. 9. Ага. Ладно. Пока призраков, ну, не вижу. Ладно. Ой, призраков. Этих. Демонов. Соберем. Статья из таблоида номер 3. Пока еще никто не смог раскрыть тайну Салемского звонаря и даже загадку его знака. Но на местах преступления реальных колоколов нет. Может, убийца, рисуя такой знак, оставляет своего рода автограф, своеобразную визитную карточку. Если знак как-то связан с его происхождением, то логично предположить, что убийца родом из Филадельфии, где находится самый знаменитый колокол в Америке. Но готова ли полиция к такому смелому подходу? А ведь это могло бы помочь найти преступника и спасти десятки жизней. Вот, как вариант, видите. Нет, пока мне туда еще не надо. Ага. Ну, я так понимаю, на первом этаже у меня все. Так, тут пройти не могу, хотя вот в такой вот закуточек тоже бы хотелось бы, конечно, зашмыгнуть. Ну все, давайте смотрим, что ты можешь предложить. Влияние. Выбираем. Мимо, да? Влияние. Давай, парень. Фото мальчика. Сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис. Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного, сейчас. Так. Мне только... У нее никого нет, кроме сына, которого она обожает. А у нас нет зацепок по делу звонаря, кроме Айрис. Нужно посмотреть на монитор. Давай. Узнать номер палаты Айрис. Так, смотрим. 216. Айрис Кэмпбелл, усиленный надзор, палата 216, электрошоковая терапия на вечер, санитары уже оповещены. Параноидальная шизофрения, бред, галлюцинации. Блин, ну почему так? Ага, подожди. Что-то не так? Ну давай еще. А, надо было зафиксировать. Не подскажет мне, где Айрис. Вот она. Где находится она Айрис? Она в палате 216. Джо. Айрис в палате 216 в блоке усиленного надзора. Скоро ее отправят на шоковую терапию. Так это я и так знаю. Нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, значит, надо где-то там тоже так захреначить потом, блин. Ладно. Так, детка, путь свободен. Блин, подожди минутку. Тебе придется немножко подождать. После резкой статьи на этих самых страницах, в которых был поставлен под сомнение успех раскрытия дела звонаря, полиция Салема, ведущая детектив лейтенант Хавьер Рейс, более известный как Рекс, объявил о том, что к расследованию привлечено еще 6 сотрудников. Нам не удалось получить от него комментарии, однако в недавнем
пресс-релизе департамента, говорю же, вот смотрите, Л как П, блин, хрен поймешь, департамента полиции приведены его слова. В департаменте такого размера это значительное перераспределение ресурсов и доказательство того, что мы подходим к делу со всей серьезностью. Да, конечно, кто бы сомневался. Блин, ага, смотрите, вон еще что-то. Да, собрали. Ага, хрен там, да? Сюда нет. А вот ты-то почему здесь? А, то, чтобы я не мог сюда подняться, типа как ловушка. Ну ничего страшного, вот смотри. Опа. Посвящается жертвам эпидемии испанки, которая разразилась в этом крыле в 1918 году. Пусть их души обретут покой, которого они были лишены при жизни. Вот. Такая печальная история, что ж теперь. Так. А интересно знать, на меня так не могут наброситься, нет? Так вот, неожиданно так. А, из-за угла. О, кого-то ты боишься. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ронан, пришел. Это так мило с его стороны. Знаю, ему нелегко терпеть мои перепады настроения. Кажется, у меня в голове что-то происходит, и он, как и я, страдает от этого. Но как настоящий мужчина, он меня поддержит. И за ним, как за каменной стеной, когда-нибудь я отблагодарю его за все, что он для меня сделал. Ну, приятно, приятно, что я могу сказать. Очень даже приятно. Так. Ну-ка. Собрали. Ага. Ладно, девочка, давай с тобой поговорим. Ну? Что, все что ли? Пипец. Да, девочка, далеко пойдешь. Что не так? А, подождите, вот что она боится. Да. У Айрис через 15 минут шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит? Черт. Да уж, лучше не скажешь. Заходи. Пошли. Подожди. Я сейчас посмотрю, здесь что-то все равно должно быть. За каким-то построена эта комната. Так что уж. Прости меня. Ну. Ага. Подождите. А что, тут ничего такого нет? Ну давай вселимся. Мыши могут пролезать под дверями, забираться в трещины. Все дело в концентрации и дисциплине. Потренироваться время есть. Что, хочешь как мышь, что ли? А что, если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Понятно. Да, недалеко тебе. Блин. Подождите. Это вообще палата какая? Это 201. Тут вот. Что-то я могу, да, осмотреть? Так, кровать для пыток. Электрошок. А что, это мне вообще пригодится? Нет, вот это кровать для пыток, электрошок. Просто знать. Одна камера, отключай. А, вот она. Да, конечно. Я ее не заметил, прости. Так, пока демонов-то не вижу, но хрен его знает, как оно будет.
Шокирующее открытие. Обнаружено доказательство того, что недавние жестокие убийства в Салеме похожи на серию нераскрытых преступлений 1972 по 73 года. Как и сейчас, те убийства отличались жестокостью и странностью. Но одно раскрыть не удалось, и на всех жертвах был один и тот же знак – колокол. Полиция Салема отказывается обсуждать связь недавних убийств со старыми делами, однако все больше растет уверенность в том, что в город вернулся серийный убийца, или же какой-то подражатель как следует изучал его методы. Как ни хрена, с такой какой-то извращенной жестокостью, я бы даже так сказал. Так. Хватит этого. Врачи зануд, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. Да сейчас, ага, кто тебя пустил-то больше? Почему его называют антифриз, если он предотвращает перегрев? Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Но я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. А что, если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Понятно, такая же, ага. Ну вот, потихонечку собираем. Ой. А я обошел немножечко это все дело. Подождите. Так. Тут друзей, товарищей у меня нету. Давай-ка ты мне расскажи что-нибудь. А ну уходи. И все, что ли? Ладно, подожди минутку. Я-то просто тут обшариваю больницу, чтобы потом неожиданностью не было. А вот еще один. Тут нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева и особенно... Эти огни! О боже, эти огни! Мой великий проект скоро стартует. Ты проект. Тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Телевизор снова барахлит. Барахлит. Убили копа? Сегодня вечером? Да. А ты не в курсе. Откуда столько злобы? Это просто моя работа. Хорошо, что я не его пес. Если я ему все объясню, он поймет. Так, ладно. Подождите, и вот кубики. Успокаивающая загадка. Ну мне это что дает, эта успокаивающая загадка? На, беги. Телевизор снова барахлит. Убили копа? Сегодня вечером? Подожди, что тебе надо-то? А, вон оно что. Давай. Игрушка. Это был ребенок. Как вам... Блин, падло, как вам не стыдно, блин. Это же дети. Дети. Так, здесь я был, душевая. Хрена сам. Подожди минутку. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. О, ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты.
Давай. Собрали. Не двигались дальше, как ты. Ну я тут двигаюсь. Нет. Что делать? Так, иди дальше. Иди в палату Айрис. Что-то случилось? Нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Так. Подождите, я что-то... Блин, я же... У меня где-то что-то новая запись была. Могила утопленника, так. Больше часовни, так. Стойкий призрак. Локон из могилы, человек в ящике, вечный огонь. Это я что-то разгадал, что-то не разгадал, что-то собрал. Вот. Кстати, вот этот могила утопленника. Так, меньше в часовне. А, ну вот эти пилы я не собрал, точно помню. Ружья собрал. Я помню свой первый день на службе. Да, все. В то время департ... Это я помню. Было такое... Так, локон из могилы. Один что-то не собрал. А, ну да, это на кладбище надо было искать. Человек в ящике. А это вот я сейчас рубашки ищу. Так. Ага. Ну, в часовне можно будет еще даже поискать. Пила, это что-то интересное. Так. Обратно мне путь отсекли. Здесь я не могу так. Ага. Туда нет. Осматриваем усиленный надзор. Что мне вот эти надписи дают? Назад. Осматриваем. Опечатано. Так, ладно. Что тут есть? Давай. Собираем еще 4. Ну, надеюсь, соберу их все. Всех их вместе соберем. Соберем. А нет, здесь призраков-то. Чтоб мне потом не бежать. Мама! Вот так вот не орать. Так. Подожди. Осмотреть образец тканей. Понятненько. Ой. Блин. А как? Я туда не могу. Надо поди эту. Ну-ка. Кись, ты есть? Нет здесь? Это что? Это... А вот. Кошка, подожди. Человек и кошка плачут у окошка. Так. Осталось-то немножко. Так. Пройти сквозь эти стены я не могу. Давай. Подожди. Будь здесь. Ага, я не могу туда, потому что там некуда. Так. Как бы наверх. Так, окошко я могу наверх? Кошка я тоже, наверное, не смогу. И там и укрытия-то нету. Блин. Нет, отсюда я пришел.
и не могу пройти. Да и кошки тоже не смогу пройти. Так. Хотя вот здесь-то я могу встать. В теории. Так. Ну давай. Мяу. Кись. Кстати, игра про кота была, вот. Играл в нее. Тоже, да, хороший был котик. Свин, сван, как он назывался? Череп. Что-то здесь забыл, череп. Человеческий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Прыг. Упрыг. Вау. Вот они, я их ждал, и они появились. А в кошке они меня найдут, интересно знать. Еще две осталось. Так. Интересно, девочка их вообще видит? Что такая большая площадь-то? Нифига себе. Так, подождите. Блин. Вот чувствую, что из кошки-то сейчас вылезу и все. И хана мне. Куда тут? Давай, вот сюда. Опа. Ладно. Ну-ка. Ой, не то. Прыг. Прыг. А здесь я выйти не могу. Ага, понятно. Значит, мне эта кошка еще понадобится. Да не, кися. Вон туда давай. Только не смотри на меня. Блин. Ворон. Давай. И... Ну давай, вали отсюда. Все. Все мы знали, чем это закончится. Что ты сюда шла-то вообще? Так. Надо завалить вас. Всего-то три штучки, блин. И вроде все. И вроде поровну досталось им богатство. Да тихо ты, беги. Блин, завалили, ладно. Блин, а как ворона-то тогда напугать? А, мне опять вот так надо идти. Так, я еще не помирал, по-моему, или помирал. А нет, один раз было, да. Охренеть.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Путь опять проделывать такой. Ну ничего страшного теперь. Теперь мы знаем, как это. Куда бежать. Я просто хочу уничтожить их. Чтобы посмотреть, что там есть. А там по-любому что-то есть. Так. Давай. Блин. Ладно, посмотрим с другого боку. Зайдем. Так. Ну-ка, расскажи ко мне. Что это? Это вовсе не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Блин. Какие-то штуки непонятные. Ну давай, смотрим, так. Обезболивание. А как мне на ворона-то воздействовать, если, блин, они все здесь? А? Давай. Отворачивайся. Где ты на кого смотришь? Да тихо ты. Куда? Куда вы? Че вы? Почему все-то ищете-то? Смотрите, что-то нашел вроде как. Так бы и не заметил. Вот это, а, это куколка. Блин, опять они. Неправильную кнопку нажал. Блин. Ну давай еще поищи. Почти, почти угадала. Твою ж мать, да ладно. Так. На. Куда, куда?
хрен там? На развилке ты меня поймаешь, ага. Блин, сложно, блин. И эта тварь-то еще разворачиваться-то. Нет, не получается там. Вот куда он смотрит? Тихо вы. Ай-яй-яй. Да хрена лысого. Блин. Не получается. Нет. Ай-яй-яй. Блин. Надо что-то с этим делать. Давай, разворачивайся быстрее. Так. Так. На. Одного, по крайней мере, загасили. Зажимают, зажимают, падлы. Кое-как с пердячим паром разобрались. Так, тут у нас что-нибудь есть? Тут у нас пока ничего нету. Давай. Куда ты? Давай, 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 блин. Так, так. Понятненько. Кнопку нажал. Давай. Давай, давай, давай. Ага, сейчас, ага. Спасение демонов, когда демоны потеряют вас из виду, они перестанут вас искать. Да, но только они сначала поищут меня немножко. Или я как-то неправильно прочитал, неправильно выразился. Не ту кнопку. Ну. Не дойдешь до меня, да?
Через стену-то, надеюсь, не видишь? Ну, разворот. Так, 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 так. И на, все, наконец-то. Наконец-то я всех порвал. Так, ну-ка, вот теперь я смогу тебе помочь? Похоже на курицу. Дебил. Итак. 105. Осмотреть. После. Полное ограничение. Ага. Так. Здесь нету ничего. Тут. Ну тоже ничего нету. Мне надо рубашки эти найти. Здесь у ворона ничего нет. Тут мы были. Ну вообще ни хренашеньки. Так, перевернутый стул. Ладно. Сначала мы глянем вот здесь. Все три перекрыты. Только один вход. Ладно. Вон оно все. Все. Злом пропитано. Ладно. Не будем близко подходить. Это кафедра. Так, ладно. Пойдем, пойдем, пойдем. Собираем листочек. Когда я спросил Рекса, что он думает о предложении Ронана, он лишь улыбнулся. Ронан всегда ему нравился, и кажется, он просто удивился, что тот сделал традиционное предложение руки и сердца. Однако Ронан считает, что это добрый знак. Наверное, мне нужно думать так же. Конечно, думай. Думай, думай. Здесь нету ничего? Нету. Так. Профессор? Ага, хрен там вы, да? Ничего не... Ко мне отношения не будете иметь никакого. Так. Стулья призрачные. Блин, вы о чем-то там разговариваете или что? Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Вы откуда и куда? А мы отсюда и туда. Блин. Вот тебе психиатрическая больница, да? Кстати, в Бэтмене в Аркхаме немного попроще было. Там хоть и были солдаты, убийцы всякие там. Но мы с ними быстро расправлялись. Так, знания ничто, если не передавать их новым поколениям. Пусть этот анатомический театр, возведенный в 1899 году, поможет опытным врачам передать свой опыт студентам. Пусть, пусть, я только за. Только вы же мучаете людей. Лоботомия и тому подобное всякую. Ерунду. Ай-яй-яй-яй, во. Так, минутку. Демонов пока нету. Осмотреть. Адские врата. Или ворота. Врата. Адские врата. Почему адские врата? Что за ними? Ад. Так, тут пока ничего нету. Никого и ничего. Во, вот она. Так, еще одна штучка осталась. Необходима еще одна полная картина событий. Эй, Ронан! Да подожди! Ты про меня забыл, что ли? Да, ага, сейчас, мне там с демонами вообще-то драться пришлось. О, смотрите, обнаружить. Придет время, Иска. С каждой из нас спросят по всей строгости. Ни хрена себе. Из нас спросят по всей строгости. Вот тебе и колодки. Укрыться.
Так. Давай. Проходи, проходи. Не стесняйся. Так. Я нашел ее. Нужно привести сюда Джои. Ну, без проблем. Кстати, я могу в тебя селиться? Ой, у тебя рисунки-то... Не, смотрите, селиться я в нее не могу. И ни хрена себе колоколу. Баба какая-то. Колоколе подвешена или что там. Вот она. Вот она, последняя. Давайте посмотрим, что же у нас теперь получилось. Обрывки призрачного прошлого. Я долгое время работал инспектором департамента здравоохранения. За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц. Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому обывателю. Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал в психиатрической больнице Фэрхейвен. Это та, которая сейчас называется Люкс Этерна. Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу. В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними. Однако репутация Фэрхейвена была запятнана задолго до того. Психиатрическая больница Фэрхейвен открылась в 1911 году. Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс. Он должен был стать блестящим примером того, каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных. Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной. Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай. Однажды, когда к директору больницы пришла жена, Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и убил ее. С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита. Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед. Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад, он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты. Инспекция началась. Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал, когда я проходил мимо маленького чулана для щеток. Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело. Я приоткрыл дверь в чулан и чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов. Я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки. Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений. За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми. Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик. Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу. Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс. Приехала полиция, и доктора Хелстеда арестовали. Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана. На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела. Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день. Я видел, как замуровывают его тюрьму, и все делают вид, будто ничего особенного не произошло. Я очень надеюсь, что несчастный наконец обрел покой, ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики. Вот вам и история, да? Хорошенькая такая, блин. Охренеть. Так, что ты мне расскажешь? Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Ну и я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков.
Дамочка. Давай. Давай. Я открыл уже. Я тебе не отдам. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но... Похоже, уже поздно. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Давай. Вперед. Не бойся. Айрис. Не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Я не буду трогать. Не подходите! Опа! Нифига себе, она меня видит! Круто! Что не так? А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Где? Я не помню. Может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Договор? Она все помнит, она соображает. Оберег рисует. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Так. Ну давайте, Дарис меня видит. Она тоже медиум? Ну давайте, перед тем, как туда вселиться. Я хочу посмотреть на этих. О, смотрите, что-то соберем. А, вечером на... Вчера на брифинге представитель департамента полиции Салема Ингрид Ларсен подтвердила, что ни один подозреваемый еще не арестован, и новой версии по делу пока нет. «Мы призываем граждан Салема сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью», — сказала Ларсен. Однако мы также просим горожан сообщить полиции любую информацию, имеющуюся отношение к сложившейся ситуации. Чтобы защитить наш город, мы должны действовать сообща. Ну, кто бы сомневался, конечно. Давай. Мне кажется, что про нас все знают. Не, в форме она еще сексуальнее. Скорее бы смена закончилась. Ух ты, на что нацелился? Жаль, что он так тупит на работе. Это уже начинает меня бесить. Ой. Это ваши проблемы. Так. Почему его называют антифриз, если он предотвращает перегрев? Понятно. Покедова. О, что-то есть. Ага. Это мы кого-то отвлекать будем, да? Ну, пока ничего такого не вижу. Мне сюда их тащить надо. Я так понимаю. Давай, вселяемся. Не дает вселиться. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Так, задача выполнена. Выяснить, что... Так, надо выяснить, что известно Айрис о звонаре. Так. Пытки. Безопасность. Она говорила, это безопасность. Я знаю, тут хрен там. Ты чё? Погоня, отступление, счастье. Так, ну давай, пытки. Пытки. Погоня. Он... Настиг Айрис. Ага. Так, здесь у нас что? Беспокойство. В этих рисунках Айрис дает выход своим бесам.
Здесь что? А нет, вот сюда. Подсолнухи сражаться, две девочки. Это же две сестры все-таки. Так, изоляция, сражается, связь. Они оба медиумы. Так, три улики из семи. У Айрис была сестра-близнец. А, так это не ту ли, которую утопили случаем? Вот здесь ты в углу писать начала очень-очень сильно-сильно. Так, ну и вот я даже не знаю, так, звонарь, сожженная на костре, китайские колокольчики, депиляция, оповещение. Так, звонарь, сожженная на костре. О, сестру сжег. Так, 4 из 7. Это относится к тому убийству, когда звонарь сжег кого-то у столба. Охренеть. Так, перевернуто. Ну, вижу, что перевернуто. Кажется, Айрис очень возбуждена. Так, 5 из 7. Арт-терапия. 6 из 7. Почему ей выдали мелки? Это что, входит в курс терапии? Курс терапии, да. Ну и, наверное, вот этот котик. Нет? Котик нет? Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? И смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. 7 из 7. В сознании Айри запечатлен некто голубоглазый. Вот так скажем. Ну что ж, давайте делать выводы или смотреть, что тут. Было две сестры. Как понимаю, он хотел обжечь обоих, но одна помогла другой сбежать. И поэтому была сожжена только одна. Сестра-близнец. Что происходит? А нахрена он делал, вообще не знаю даже. Для чего? Что-то само ничего такое. Зачем это одна-то вообще? Главное, одну привязал, к стулу утопил. Нет, нет, беги! Эту жжёт там как-то извращенными способами как-то... Беги! Давай! Не трогай ее! Беги! 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 Ну, что-то он не расстроился. Ему и одной хватает, да? Пипец, это что за больной ублюдок вообще? Кошмар. Средневековье. Боже мой. Вот так вот. Роуз спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Убирайся! Че? Все? Силы покинули Титана? Айрис, ты в порядке? Айрис. Что-то не понял, это что? Это сестра. Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказал, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Но тупая курица.
Так, звонарь захватил обеих сестер, но Айрис удалось спастись, а ее сестра была сожжена. Причем живьем, да. Мне куда? Мне туда. Что не так? Давай, 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 тащи ее. Так. У нас здесь что? Блин, я открытую дверь не могу. Что не так? Камер нет. Ну, я, по крайней мере, их не вижу. А, вон оно что. Давай, давай, давай. Беги. Давай, передвигайся. Шевели колготками. Ага, не могу через эту пройти. Подожди, сначала девочки выйдут. А, все. Выбрались. Сюда, в эту арку, там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну? Что тебе известно про этот договор? Ничего. И рассказывай. Я... Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Где вот? Хороший вопрос. Где я видел этот столб? Ну вот он. Короче, смотри. Отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности. Потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Давайте, давайте. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Интересно, я тоже бы охренел. Какая там связь? Выполнено. Найти в психиатрической больнице выжившую жертву звонаря. Смотреть выставку и найти связь между ней и звонарем. Каким образом звонарь и убийство связаны с выставками? Убийство Роуз должно быть как-то связано с выставкой в музее. Ну, это уж мы и так поняли. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся уже в следующем видео. Пока!